Губернатор Игорь Рудени провел в областном правительстве встречу с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Обсуждались вопросы поддержки семей с детьми, реализации в регионе демографического пакета в соответствии с поручениями главы государства. Игорь Рудени подчеркнул, что правительство региона уделяет особое внимание поддержке больших семей и ставит перед собой задачи популяризации семейных ценностей среди молодежи. Не менее важна помощь государства в создании условий для воспитания подрастающего поколения, подчеркнул Игорь Рудени. Мария Львова-Белова отметила, что со стороны Института уполномоченного по правам ребенка акцент делается на создании подростковых пространств для развития детей и их полезной занятости. В ходе беседы обсудили также перспективы взаимодействия по другим направлениям, в частности, профилактики социального сиротства среди малышей и созданию службы «Дети в семье» для помощи семьям в трудной жизненной ситуации, а также поддержки семей с инвалидностью. В Тверской области реализуется порядка 50 федеральных и региональных мер в демографии. Они направлены в первую очередь на поддержку многодетных и молодых семей. Тверская область по количеству рождений третьих и четвертых детей занимает второе место в Центральном федеральном округе. Также в программе визита Марии Львовой-Беловой было участие в открытии межрегиональной конференции по социальному служению Русской Православной Церкви. Форум проходит до 8 июня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Он объединил более 200 участников из всех епархий Центрального федерального округа, руководителей социальных проектов и благотворительных организаций, добровольцев, сестер милосердия, глав епархиальных социальных отделов.